В столице начал работу республиканский конкурс «Будущий дипломат». 54 школьника из 20 районов будут бороться за главный приз – обучение в дипломатической академии МИД России. Также Северо-Восточный федеральный университет предоставит лучшему участнику место на факультете экономики. В течение 4 дней участников ждут дебаты, презентация эссе и проверка знаний иностранного языка. Прибыли сегодня и почетные гости конкурса. Ожидается, что для юных участников будет особенно полезен опыт общения с полномочным послом России. Ассоциация российских дипломатов, которую я представляю, старается распространить этот опыт и на другие регионы. Кстати, недавно у меня была встреча с представителями Московской области, и мы приводили в пример работу, которая проводится здесь. И они хотят тоже использовать якутский опыт для воспитания подрастающего поколения в Подмосковье.